Все, друзья, всем привет! Доброе утро! Коля, тебя не слышно, наверное, у меня руки трясутся. Коля, привет! Так, мы сегодня с Колей, ни свет ни заря, Коля меня разбудил. Я сплю, только спать лег в 6 утра. Коля приехал 5:30, уже звонит, говорит, поехали на рыбалку. Он встает рано. Короче, мы выехали, было плюс 5. Приехали, в лесу снег лежит, минус 5, так что будем зимнюю рыбалку сегодня вам делать. На летней снасти. Да, на летней снасти. Где мы находимся, не скажем, где-то в Архангельской области. Короче, приехали в тайгу на лесную речку. Коля говорит, хайруза тут плавают. Вот такие вот. Рук не хватает, чтобы показать на камеру. Че, Коля, будем сегодня ловить? Хайрузов? Пытаться. Ага, вот мы на таком аппарате приехали на Колином. Харли Дэвидсон рядом не стоял, да, Коля? Лес вообще старинный-старинный. Такие тут у него бороды висят на деревьях. Вообще классно, я давно таких уже не видал. Вот такие вот мохнатки висят, интересные. Ладно, долго не буду затягивать. Сейчас мы чайку бахнем и пойдем с Колей по амутам хайрузов гонять. Коля тут снасти взял, какие у тебя интересные. На удочке? А, мы на что ловить-то будем? На удочку, на поплавковую, да? У Коли вот какая современная удочка. А у меня старинная еще, детская. Советских времен. 100 лет ей, этой удочке. Да, она давно-давно уже, у меня лет 20 ей, наверное. Ладно, сейчас мы чайку бахнем и побежим, все покажем. О, еще банан есть черный, переспелый. Бананасы, блядь. Тоже надо съесть. Приехали в тайгу с африканскими едами. Червей вчера с Колей накопали еще, не убежали? Нет, суки, сидят, блядь. Сидят, блядь. Ладно, друзья, все, что интересно, покажем. Я еще фонарик не снял, слаба даже. Итак, друзья, пришли к речке лесной. Название говорить не буду. Я еще удочку не размотал. Хожу, камеру отогреваю, а Коля уже забросил. Сейчас посмотрим, что поймает. Воды много, говорит. Было меньше, да, Коля? Воды очень много. Воды дофига, конечно, берег очень трудно проходимый получается. Говорю тихо, чтобы щуку не испугать. Вот здесь Коля говорит, по 3 килограмма хайрузов ловил. Ну ладно, по 3,5, что я уж приуменьшил немножко чуть-чуть. Коля говорит, одного хайруза поймал, и потом 2 дня всей семьей ели. Где там поплавочек-то, что-то не вижу в камеру его. Ладно, будем ловить. Что поймем, ой, что поймаем, говорю, то покажем. Будем пленку экономить, да, Коля? Подали, глубину побольше закинуть подальше. Тут свальчик. Где-то зацепы, вон, видно, зацепы, вот снег. Угу. О! Что? Поклевка была. Поклевка была? Угу. Блин, слушай, я видел. Видел, видел. Немножко, правда, отсвечивая, там белое идет это от берега. О, повело, повело, повело. Давай. Че? Ведет-то видно, что туда вперед уходит, да? О, ребята, у нас уже поклевки начинаются. Есть, 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 есть. Есть, друзья мои, есть, есть, есть. Кто там, кто там? Ух ты, ух, нифига себе! Колян!
Ух ты! Покажи, покажи, покажи! Вот это да! Вот это лапоть, смотрите, ребята! Вот это лапоть! Коля зацепился за деревья. Средненький. Покажи, подожди, Коля, подожди. Ребята, вот это лапоть! Это кто, Коля? Хайрус. Не видишь, что ли? Хайрус, а я-то вижу. Ты ребятам скажи, кто это? Хайрус, ребята! Подожди, я хочу посмотреть. Коля за дерево зацепился. Я хочу посмотреть, как это получилось на записи. Давай туда перейдем. Да. Я все, я удочку буду разбатывать. Друзья мои, у нас... Сколько весит примерно, Коля? Этот не крупный. Ну не крупный, сколько? Грамм 200? Ну да, 300, наверное. Грамм 300? Видели, как поклевка? Вообще медленно-медленно. Я думал, что зацепилась. Все, мы начинаем процесс ловли. Сейчас мы еще раз... Коля отцепил крючок. Сейчас покажем на ладошке, как это выглядит. Больше 300 грамм. Ну-ка, покажи, Коля. Красоту такую. Сколько? Две ладони? Три ладони примерно, да? Две? Вот, смотри. Две, по локоть почти. Грамм 350-400. Ты что ты? Вот такая, друзья мои, красота тут. Все, берем. Вот такие-то крючки можно брать. Да, молодец, Коля. Поздравляю с открытием сегодняшним. А у меня еще удочка даже не размотана, смотрите. Я вот выполняю функцию оператора. Фиксирую Коле на результат. Нормально, хорошо. Ну ладно. Что-то я тоже начинаю Ладно, поставил я удочку на рогатину. Пусть постоит. Что-то я уже уходился, туда-сюда бродил, туда сходил, обратно вернулся. Пусть постоит на рогатине. Пойду Колю найду. Коля куда-то ниже по течению ушел. Сейчас найдем Коляна и посмотрим, что у него там ловится. А я без удочки так прогуляюсь. Посмотрим обстановочку. Тут ручей впадает в речку. Ручей какой-то лесной текет. Не знаю, какое название. Потом сходим, посмотрим. Там интересный тоже омуток в ручье есть. Чуть попозже.
Сходим и посмотрим. Тут тоже ручьи впадают. Все, из болота вода бежит. Там выше по течению болото идет, и из болота вода выходит. Вот так вот наполняются речки. Такими болотными потоками. Потом речки превращаются в ручьи, вернее, в речки, а речки превращаются в реки. Так что болота питают всю водную систему. Что-то Колян куда-то ушел, не знаю. Что-то я тут забуксовал. Итак, нашел я Колю. Переключился на другую камеру, чтобы поприближать. Я свою удочку там на автопилоте поставил. Пусть там ловит. Может, пока ходим туда-сюда, может, там кто-нибудь и клюнет. Что это, снег пошел, что ли? Или дождь? Нет. Капец, ребята, у нас зима начинается. Пора было уже. Сейчас будем лунки сверлить. В лунку будем кидать. Так, подожди, 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 Коль. Вот тропи. Покажи-ка, покажи, что тут было. Что? Там короче, идем. Туда вниз по течению спускаемся. Коля нашел лежанку лосиную. Лось лежал. Тут от него какашки остались. Вот такие вот конфеточки. Свеженькие. Свеженькие конфетки. Этот арахис в шоколаде, да, Коля? А я хочу потом в пакетике расфасовать и отвезти одним товарищам в одно местечко. Угостить им туда, за забор кинуть. О, еще. Еще какашки. Лосики здесь хаживают. А это уже старенькие, уже снегом замело, запорошило. Нормально тут они. Полигон лосиный. Подожди, ты что, переход будешь делать? Стой, 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 дай зафиксирую. Это что, Коля, на ту сторону речки пошел? Давай, Коля, финт покажи какой-нибудь. Кульбит. Двойной тулуп. Потом и тройной не поможет нам. Ты что, я туда не пойду? Почему? Скользко больно, ты поел, видишь? Снег на бревне, бревно сырое. Переходите. Ладно, друзья мои, сейчас мой будет этот трюк, камеру пока уберу. Ху, ребята, перебрался на другой берег, кое-как двойным тройным тулупом перешел. Идем дальше, Коля уже вперед убежал, пока я тут щеперился. У нас еще грибы растут, а кстати время-то сегодня что у нас? Конец, чего-то там середина ноября что ли, волнушка стоит еще. Полусъеденная, вон еще одна волнушка стоит. Полусъеденная и полусгнившая уже. Кто-то ее погрыз. Ладно, идем дальше. Коля уже убежал. Куда-то. Сейчас искать будем. Где-то он там разговаривает. Все, вот так вдоль речи ходим. Речки петляют туда-сюда, одни петли кругом. А может так вот туда уйти на километр, потом через километр вернуться, в 10 метрах проходить обратно. Такие вот петлеватые, кругловатые речки. Вижу, вижу. Ого, нормалек. Как думаете, что это такое? Что такое и кто это сделал? Угадайте. И здесь тоже все, вон, поклевано. Странно, почему он березу так сделал. Интересно. Все обточил. Все обточил. Ой, не туда показываю. Ладно, вышли опять
О! Уточка, что ли, плавает, не понял, или коряга? Что-то я не вижу, надо приблизить. Утка? Нет, не утка. А, коряга какая-то. Я думал, утка отплывет. Ладно, что-то Коля опять убежал куда-то. Опаньки. Вот это номер. Вот это номер, куда мы пришли. Вот вам еще один вопрос, друзья мои. Угадайте, что это такое. Коля спрятался, там сидит. Крючок меняет. У него крючок оторвался или разогнулся. Сейчас посмотрим. Коля, что, крючок меняешь? Там еще и куртка висит что-то. Кто-то куртку забыл. Ты как вяжешь? Морским узлом? Угу. Двумя морскими узлами. А, чтоб надежнее было. Ну, правильно. Я вот только хотел сказать. Хариус тут крупный бывает. Морской узел не всегда помогает. Нужно двойной делать. На югах, говорю, на этих, как она там, на Волге рыбачит. Километр ширина, да, реки? Для вас, наверное, такая экзотика. В таком ручье рыбу ловят. На Волге там на кораблях плавают, ловят рыб, а мы тут в ручье ходим, да, Коля? Вот такие вот лесные таежные речки маленькие, но зато глубокие, ё-моё. Все, конечная станция, дальше дороги нет, дорога кончилась. Что такое? Друзья мои, вы не поверите, мы с Колей проходили, короче, уже туда-сюда сбродили, сходили. Вернулись обратно там, где я удочку поставил на этот, на рогатину. Удочка стояла-стояла, ноль поклевок. Коля присел, удочки свои смотал. А я свою из рогатины вынул, думал, дай-ка закину последний закидон. Только поплывок в воду упал. Смотрите, лапать. Только закинул в воду. Удочка дугой. Буквально дело одной секунды, я даже камеру не стал включать. И вынул-то его так спокойно, да? Я просто не ожидал, даже не успел почувствовать сопротивление. Ребята, где он там? Вот он. Такой же, смотри, такой же, как у тебя. Ух ты, ребята. Друзья мои, я сегодня хоть с рыбой домой вернусь. Ох, какой красавец. Вот у меня только сейчас начинается дрожание в руках. Я просто не ожидал. Мы 2 часа ходили, удочка стояла, ни одной поклевки не было. Я уже думал, просто опущу напоследок поплывочек в воду. Прямо у избушки, да? Прямо вот, у выхода. Домой пошли. Коля, достань своего, покажи, чтоб я точно... А то вдруг подумаешь, что я твоего же достал. Это уже окочурился? Так, твой-то уже все, там 2 часа ходили, да? Ага. У меня крупнее, наверное, не? У тебя чуть покрупнее, давай рядышком поставь его. Вот так вот у нас сегодня улов. Опаньки, где там? Опа, извивается, не хочет ложиться рядышком. Ну ладно, а что для счастья надо? Ну ладно, друзья мои, сегодня мы хоть почувствовали рыбное сопротивление. Сейчас, не знаю, еще пару кидов сделаем, да, Коля? Дача хорошая получится, да? Да. Так, сейчас сюда переключусь. Все, друзья, будем, наверное, закругляться. Вот такой сегодня у нас денек. Не знаю, там у меня шапка, наверное, вся сбилась. Шапка-ушанка. Поймали по одному трофею с Колей. Будем сейчас кушать, чайку бахнем. Уже темнеть начинает, и будем домой выбираться, да, Коля? Да, блин. Че, ладно, всем, кто с нами кушает, завтракает или обедает, приятного аппетита. Сейчас поедим. Придется червяков, Коля, доедать самим тогда. Че у нас тут есть-то? Чем питаемся? Котлетки, хлеб с колбаской
и чайку бахнем сейчас. Все, Коля, попрощайся со зрителями. Там еще, может, где по дороге включишь? Ну, может быть, да, если будет что интересное, по дороге включимся, если нет, то нет. Все, друзья, всем пока, до скорой встречи. Чпуньк, чпуньк и комментарии. Тык-тык. Все, всем пока, друзья. Держитесь там, друзья мои, не упадите с дивана. Сейчас будет опасный момент. Падать здесь высоко и глубоко. Подожди, Коль, тут притормози на мосту. Я запечатлю момент. Ой, что-то я тут за гвоздь запал, зацепился за гвоздик. Вот такая вот тут речка обрывистая, глубокая идет. Если упадешь на раз, все, хана. Сушите весла, называется. Новый мост построен, кстати. По-моему, на старый, на что? Я старый, он вроде выберен.